Так, добрый день всем присутствующим. Добрый день, с вами компания Кит Финанс и я, Елена Беляева. И наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Так, давайте посмотрим на тот апокалипсис, который мы имеем сегодня. И связана ситуация с тем, что вчера был произведен арест, ну, пока домашний арест Владимира Евтушенкова, главу компании ФК-система. И этот арест – это продолжение истории с Башнефтью. То есть его обвиняют в том, что были незаконно приобретены акции Башнефти, не то, что незаконно, а по заниженной цене. И, соответственно, вот этот арест вызвал у всех в памяти дело ЮКОСа, и многие сделали вывод о том, что началась новая эпоха рейдерских захватов и передел собственности, и это очень сильно повлияло и на настроение участников рынка и, соответственно, вызвало распродажу активов, принадлежащих тех компаний, которые принадлежат большие пакеты АФК-системе, то есть, во-первых, самой АФК-систему процентов на 30, они сегодня, эти акции снижаются. И Башнефть, естественно, раз она тоже здесь участвует. И также акции МТС тоже попали под распродажу, потому как АФК-система владеет контрольным пакетом этой компании. Вот. И, собственно, со вчерашней позитивной ситуации сегодня с точностью наоборот ситуации. Ситуация перевернулась, но пока индекс МВБ остается в пределах того диапазона, который мы прочертили. То есть вчера от сопротивления от уровня 1480, где закрылся рынок, сегодня достаточно быстро, за пару часов, рынок долетел до поддержки в 1440 пунктов и пока пытается закрепиться выше. То есть, что будет дальше, сложно прогнозировать в таких случаях. Скорее всего, будет еще какая-то дополнительная информация. И уже исходя из этого, будет понятно, как ситуация будет развиваться дальше. Хочется надеяться, что вот эта паника была чрезмерной и ситуация постепенно стабилизируется. Все-таки то снижение акций, которое произошло сейчас, скорее всего, оно не соответствует тому ущербу, который будет нанесен этим арестом. То есть, скорее всего, руководитель компании поменяется. Скорее всего, будет вынужден продать вот акции кому-то другому, да, то есть и акции Башнефти, скорее всего, тоже придется продать. Вот. Но пока вот непонятно, пока непонятно вся вот эта вот ситуация, то есть что будет, что последует и на каких условиях, пока закладываются, соответственно, максимальные риски. Вот. Поэтому здесь еще остаются вопросы. Я думаю, что это еще не такое последнее снижение. Еще будет некоторое время рынок лихорадить в связи с этим делом. Поэтому, в общем, благоразумнее будет держаться подальше от этих акций. Но насколько подальше, вот, в принципе, можно посмотреть, порассуждать по рынку. И по графику, по крайней мере, хотя бы с точки зрения технического анализа, на что здесь может, как куда может развиваться ситуация. То есть здесь вот у АФК-системы сегодня снижение вниз
Сейчас скажу сколько, 3-4%. Вот. И если смотреть на более такой глобальный график здесь в районе 20 рублей очень такая сильная смертельная поддержка. То есть есть два варианта. Есть вариант 22 рублей, есть вариант 20 рублей. Вот. Поэтому где-то вот в этом районе 20-22 рубля вот это снижение, скорее всего, будет останавливаться. И ну, я считаю, что, в общем-то, все равно можно в любом случае развития ситуации, можно вот в этом диапазоне пробовать какие-то небольшие позиции открывать. Тоже понимать, что дело рискованное и, соответственно, не открывать на ту сумму, которую, ну так, скажем, неприемлемо ни при каких случаях потерять. Поэтому вот здесь вот вот чисто вот по технике, ну, поддержка выглядит железобетонной, поэтому пока вот сейчас вот эта вот сегодняшняя свеча, она висит в воздухе и, в общем-то, пока ни на что не опирается. Поэтому, мне кажется, еще будет немножко ниже, и вот уже диапазон 20-22 достаточно, возможно, приемлемый будет для покупок. Вот. Что касается Башнефти. С Башнефтью тоже достаточно серьезно было движение, и здесь вот уровень 1350 тоже тот уровень, куда будут пытаться снизиться цены, поэтому здесь тоже, ну, может, даже на недельном графике лучше это видно. То есть уровень 1350, скорее всего, тоже от этого уровня будут покупать. Поэтому здесь, собственно, тоже практически дно близко. Единственное, что хотелось бы, конечно, убедиться. Поэтому все-таки, ну, наверное, это такое, не спешить не стоит с этим. Нужно еще подождать, какие будут дополнительные, какая-то будет, если информация о том, как, в общем-то, развивается эта ситуация, по крайней мере, будет понятно, что там происходит. Потому что, ну, на самом деле, мы не знаем, и, скорее всего, даже и не узнаем никогда то, что происходит, из-за чего произошел вот этот вот инцидент. Есть, конечно, слухи, что это Роснефть желала купить Башнефть, и просто Евтушенков не продал или не сошлись в цене. Вот. Но на самом деле никаких доказательств нет, поэтому распространять такие слухи смысла не имеет, и поэтому просто надо подождать какую-то более достоверную информацию. Вот, поэтому здесь такая ситуация с Башнефтью, то есть она тоже пострадала достаточно серьезно, 23% в минус, тоже, по сути дела, почти четверть цены. И третья компания, которая пострадала во всем этом, это МТС, но она в меньшей степени пострадала, потому как, в общем-то, операционная деятельность компании, она совсем с этим, совсем скандалом не связана. И здесь в меньшей степени вот этот скандал отражается, но в моменте тоже было 9% в минусе. Тоже большая часть МТС принадлежит ФК-системе. То есть тоже здесь, в принципе, могут быть какие-то негативные моменты еще. То есть пока, вот если смотреть на такой долгосрочный график, МТС держится в восходящем в таком канале, и сейчас вот в моменте отрабатывается такой долгосрочная поддержка в 260 рублей. А пока вот выглядит так, что поддержка достаточно
срочная. И если не будет какой-то дополнительной отягчающей информации, то она, в принципе, может выдержать. Но в текущей ситуации ничего нельзя гарантировать, поэтому гарантий, собственно, никаких нет. Вот. То есть сейчас пытается цена подтянуться выше, втянуться обратно вот в этот краткосрочный восходящий канал, то есть подняться выше уровня 275 рублей. А если это получится, ну так скажем, по результатам дня, то в принципе вполне возможно, что и обойдется. Но, честно говоря, вот здесь сложно сейчас развитие событий прогнозировать, потому что мы не знаем ни фактов. Эти факты, возможно, будут появляться, так скажем, будут обнародованы, возможно, не будут обнародованы. Поэтому здесь достаточно сложно прогнозировать эти события. В общем-то, тем, кто привык проявлять осторожность, лучше пока подержаться подальше от этих бумаг. Тем, у кого есть желание поучаствовать вот в этом экстриме, то смотрите сами по своим силам и возможностям, больших позиций лучше не открывать. Ну вот систему, мне кажется, что дороже 22 рублей, скорее всего, не стоит даже рассматривать. Здесь вот с МТС более-менее ситуация, мне кажется, устойчивая. И то снижение, которое здесь было, оно фундаментально никак, мне кажется, не обосновано. И, скорее всего, ситуация нормализуется. Но если будут какие-то продолжение, то есть если эта история будет иметь продолжение, пока вот сложно сказать, как здесь ситуация будет развиваться. Вот. Такой вот сегодняшний, ну так скажем, урок дня, да, то есть, в общем-то, иметь дело с акциями компаний, которые находятся в каком-то процессе, в судебном процессе или в каком-то, то есть мы уже долгое время вот эту ситуацию наблюдаем в новостях, то есть акции Башнефти были арестованы, то есть этот процесс происходит достаточно долгое время, то есть собственно было время, чтобы заметить это и соответственно пока воздержаться от участия в движении этих бумаг. Ну вот такие вещи происходят обычно неожиданно. Это так называемый уже форс-мажор. Вот. Дальше, значит, это вот касается всей этой системы АФК. Давайте еще глянем на все остальные бумаги, посмотрим, что у нас здесь, какие здесь у нас изменения. По сути дела, все остальное дрейфует в тех же рамках, диапазонах, в которых происходило движение до этого. Скажем, ВТБ здесь было, продолжает движение, удалось подняться вчера выше 4 копеек и пока находится в плюсе, то есть здесь есть перспектива возвращения к сопротивлению 4 копейки 15 сотых. Газпром пока такой диапазон, здесь мы тоже его обозначали, 140, сопротивление 135, поддержка. Тоже в этом диапазоне продолжается движение, ничего здесь нового, ничего интересного. ГМК Норникель, вчера мы говорили о том, что 7650, здесь потенциал роста, но вот собственно он уже и реализовался. Так что здесь есть ранее обозначенные уровни максимумов, и в общем-то сейчас идет приближение к этим уровням, и соответственно есть большие сомнения относительно того, что будет движение выше. Причем если вот действительно начался вот этот процесс
И если будет у него продолжение, я имею в виду с ФК-системой, с Евтушенковым, если будут такие же истории происходить еще с другими нашими олигархами, то, в общем-то, и здесь может с Норникелем тоже эта ситуация может в конечном итоге сработать. Но пока вроде нет оснований переживать по этому поводу. Пока просто есть некоторый сигнал. И, в общем, нужно просто смотреть, как ситуация дальше будет развиваться. Будет единичная ли эта история, или это начало какого-то процесса. Вот в этом имеется в виду. Вот, поэтому я считаю, что пока Норникель где-то подбирается к каким-то максимальным уровням, и мне кажется, большого потенциала роста у этих бумаг нет. Так, по Лукойлу здесь есть, здесь уже, наверное, немножко не так надо рисовать границу, но по сути дела пока ситуация стабильная. Сегодня, сегодняшнее снижение рынка, оно здесь вот привело к небольшому увеличению волатильности, но по сути дела ситуация пока развивается в виде такого, ну вот в данном случае как расширяющийся треугольник это стала ситуация выглядеть, то есть по сути дела нет решения, куда идти дальше, пока рынок остается в неопределенности. Поэтому я бы тоже сказала, что по Лукойлу пока без позиций. Так, что еще? Роснефть пока. Вот вчера мы ждали отбоя и продолжения движения внутри вот этого восходящего канала, пока этот сценарий работает и пока ситуация выглядит, ну, скажем так, достаточно стабильной. И здесь, ну, можно, соответственно, ждать продолжения того, что мы наблюдаем сейчас. Так, и что еще? Сбербанк тоже, по сути дела, та же ситуация, что была вчера. Мы тоже наблюдали возвращение вот в этот восходящий канал и говорили о том, что, скорее всего, будет продолжение движения внутри этого канала. Пока это имеет место и пока остается все вот в пределах этого восходящего канала. Вот. Поэтому сегодняшнее основное событие, вот этот, то есть это на самом деле случилось вчера поздно вечером, сегодня просто отыгрывается. В общем-то, это событие, оно испортило тот рост, который был бы на рынке, если бы не было этого ареста. Сегодня на самом деле внешний фон на рынке складывался достаточно позитивно, и если бы вот не это событие, в общем-то, скорее всего, мы бы увидели продолжение роста индекса ММВБ в район 1500 пунктов. Но ну, вот по таким уважительным причинам этого не произошло. Поэтому будем смотреть, как дальше ситуация будет развиваться. Если эта ситуация будет и дальше пугать рынок, то есть и там, если появятся какие-то новые какие-то факты, и если будет понятие того, что это не единичное событие, а будет какое-то продолжение, тогда это очень сильно будет влиять на вообще весь инвест-климат в России. Инвест-климат будет ухудшаться, и может эта ситуация спровоцировать отток денег с рынка. Вот. Не хотелось бы, конечно, чтобы это происходило, потому как и так рынок стал, ну, так можно сказать, чуть-чуть вздохнул после того, как начали деньги потекать на рынок несколько недель подряд. И вот если в эту пятницу будет уже озвучена сумма отрицательная, если приток сменится оттоком, то это, конечно, будет очень нехорошим сигналом для нашего рынка. Вот, вот такая вот, собственно, сегодня
неординарная ситуация. Дальше по фьючерсам давайте глянем. По нефти, ну, здесь как раз ситуация развивается более-менее позитивно, потому как представители ОПЕК уже заявляют, что если будут такие цены на нефть, то будут снижаться квоты на добычу. То есть, по сути дела, страны-члены ОПЕК, они показали, что они не дадут котировкам нефти уйти на более низкие уровни, и, в общем, уровни ниже 100 долларов их не устраивают, и, соответственно, будут принимать меры для того, чтобы вернуть цены в район выше 100 долларов. То есть сейчас пока сопротивление 99,5 долларов за баррель вот на фьючерсе на нефть Brent, и пока в то, что мы видим здесь, некоторые просто вот участок стабилизации, пока, собственно, разворота нет, но есть некоторое ощущение, что рынок нащупал, по крайней мере, локальное дно. Так, сегодня ФРС спрашивают, сегодня ФРС, завтра будет ГЭП куда-нибудь. Да, сегодня заседание ФРС, в общем-то, никаких неожиданностей не ждут. Ждут, что сохранится сокращение, произойдет очередное выкуп активов, то есть программу QE будут планово сокращать. Единственное, что может произойти, но, по сути дела, ничего неожиданного произойти не должно. Но, как вы знаете, рынок, он нелогичен в большинстве случаев. И вот в этой связи может быть какая-то реакция на вот риторику Джанет Йеллен. То есть может что-то понравиться или не понравиться в том, что она скажет. Поэтому какая-то реакция завтра вполне может быть, да. Поэтому узнаем мы об этом, скорее всего, только завтра. Предсказать что-то невозможно. То есть по ожиданиям никаких изменений не ждут. Вот. И также ждут еще референдум в Шотландии 18 числа. Тоже достаточно важное, может быть, даже самое важное событие на этой неделе. Вот. Так спрашивают, это позитив? Это я так имею про ФРС. Сейчас главный позитив – это предсказуемость. То есть основной негатив, если будут какие-то изменения в политике. То есть, по сути дела, рынок устраивает полная предсказуемость, и чтобы ФРС не делал каких-то резких движений. Потому что если он будет делать какие-то резкие движения, это значит, что что-то его пугает, что-то не устраивает, что-то происходит. Вот. Поэтому, скорее всего, вот больше устраивает именно, чтобы все было по плану, чтобы все соответствовало ожиданиям. Так, по рублю у нас есть тоже интересное сегодня изменение. Центробанк в конечном итоге проснулся наш и вышел на валютный рынок пока в виде свопов, но в принципе тем самым дал понять, что его уже беспокоит вот эта вот ситуация с ослаблением рубля и вот вмешательство Центробанка остановило ослабление рубля. Мне кажется, что какой-то еще заход такой вверх пробный, просто посмотреть, пощупать вот это сопротивление, он, скорее всего, будет, но вот, скорее всего, все-таки будет сейчас происходить стабилизация в текущем диапазоне и даже, возможно, некоторое, так скажем, коррекционное укрепление рубля без изменения тенденции, просто вот закрытие, фиксация вот тех длинных позиций, которые были открыты, оно приведет к некоторому возвращению цен на более такие разумные уровни. То есть сейчас все-таки рубль перепродан, что, соответственно, совершенно не соответствует фундаментальных каким-то условиям. И, в общем-то, здесь напрашивается возвращение некоторое на более такие адекватные уровни. Вот. И
фьючерс на индекс РТС. Пока вот здесь ничего нового интересного не происходит. Вот те линии, которые мы нарисовали вчера, они пока имеют место здесь на графиках. И, собственно, внизу линия тренда, да, она существует. Есть ожидание, что все-таки будет возвращение в район где-то 121 тысячи. То есть некоторое такое локальное повышение здесь. Но чисто по техническим таким соображениям. Вот. А если будут какие-то новости уже, тогда на новостях, собственно, может быть, пробои хоть в ту, хоть в другую сторону. В этом случае мы просто будем уже реагировать по факту. В принципе, на этой неделе такие события возможны. Одно из таких событий – это вот референдум в Шотландии 18 числа. Так, ну все, давайте будем на этом завершать. Поэтому всем спасибо за внимание и до завтра.